Здравствуйте, эксперты научно-практической конференции «Шаг в будущее». Меня зовут Артемян Семенов, учащийся 9 класса Чернышевской СОЖ имени Семенова Митрофановича Васильева, Вилюйского ЛУСа. Мой проект называется «Герои социалистического труда Якутии в цифрах». Цель работы – показать в цифрах и проанализировать данные о героях труда. Задача работы – распределить по десятилетиям численность героев, выявить, в какой отрасли больше всего героев соц. Труда, найти информацию о героях труда нашего времени. В нашей республике насчитывается 74 героя социалистического труда, из них женщин 11, мужчин 63. Количество удостоенных звания. Удостоенных званий Героя социалистического труда в Якутии разные десятилетия. Основная доля удостоенных этого звания получается в 60-е и 70-е годы. Если взять по годам, то наибольшее количество приходится в 1966 и 1971 годах. Отрасли хозяйства, где отличились якутяне, герои. Это, конечно же, промышленность и сельское хозяйство. Звание Героя труда Российской Федерации учреждено президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в 2013 году. В 2014 году указом президента Михаилу Николаевичу Гатосову присвоено звание Героя труда Российской Федерации. В 2017 году первая женщина, получившая звание Героя труда Российской Федерации, является Варвара Михайловна Устинова. В конце мы бы хотели подчеркнуть вот такие выводы. Среди героев преобладает количество мужчин, чем героев женщин. Наибольшее число удостоенных звания приходится в 60-е и 70-е годы. В послевоенные годы присвоено больше наград. Также наблюдается, что награды вручались после очередных пятилеток. Преобладает количество кавалеров ордена в отраслях промышленности, сельского хозяйства и транспорта. В современное время тоже якутяне тоже в числе первых среди героев труда Российской Федерации. Спасибо за внимание.